Труппа Сахатеатра продолжает свой юбилейный тур. В аэропорту Казани делегацию встретили их коллеги, артисты Татарского государственного академического театра. Встречу украсили национальный татарский колорит, яркие костюмы, песни и блюда чак-чак. На следующий день у якутян прошло сразу два пресс-подхода на местном телеканале и в стенах театра Камала. Здесь собрались представители Министерства культуры Казани, СМИ и руководители якутского и татарского театров.